Привет, друзья! Хочу вам показать маленький лайфхак для тех мамочек, у которых детки где-то в 2-3 месяца начинают беспокоиться и не хотят лежать в коляске. Ну, просто приходится брать их на руки и носиться по улице на руках и колясочку катить перед собой. Этот такой лайфхак жизненный у меня придумался с третьим ребенком. Она тоже не хотела лежать совершенно в коляске категорически. И вот я ее решила положить в прогулочный блок в форме гамака. По европейским стандартам деток с рождения можно ложить в такой блок. И сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Вот мы сейчас берем нашу девочку и кладем в колясочку. Сейчас тоже еще надо микрофончик положить. Нашей девочке 4 месяца. Вот так. Вот. И вот это вот лежачее положение. Сейчас мы птенчик, сейчас тебе тоже дам. Иди сюда. Лежачее положение полностью у блока. А здесь также есть еще полулежа и сидя. То есть для такого возраста, пока ребенок еще не сидит, такое положение максимально удобно. Здесь ничего ей не давит. У нее фактически горизонтальное положение. Ножечки немножко наверх она поднимает, но тут получается физиологическое положение ног, да, как вот ребеночек вот так вот сидел в животике. Ну и, собственно, мы закрываем коляску, да, там от солнца, не от солнца, и едем вот таким вот образом. Ребеночек хорошо видит маму, ребеночек хорошо видит окружающую среду, то есть ему интересно. Вот в этом возрасте, уже 3-4 месяца, ребенку очень сильно интересно наблюдать, что происходит вокруг. Ну, собственно, ребенок видит. Ему удобно, маме удобно, мама может даже кофе попить. Детки так чаще всего засыпают, что говорит о том, что им комфортно. Вот буду рада, если вам окажется полезным. Пока!